Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства поручил руководителям Севреестра, Департамента имущественных и земельных отношений, а также Департамента архитектуры и градостроительства оптимизировать работу и сократить сроки рассмотрения запросов граждан. Речь идет в первую очередь о переоформлении и выдаче правоустанавливающих и разрешительных документов. В конце июля глава города уже высказывал недовольство работой Севреестра. Заслушав отчеты трех обозначенных выше структурных подразделений, Дмитрий Овсянников согласился, что показатели удалось улучшить, но севастопольцы этого пока не ощутили. Действительно, должно быть стыдно перед жителями города за несвоевременное и некачественное предоставление услуг. И действительно, при нормативных сроках 30-40 дней и более, реальный документ, с которым приходит гражданин, сколько? Работа с ним час-два, если поминутно, с хронометражом посмотреть, сколько с ним реально работают разные сотрудники разных органов. Час-два. В среднем эффективность 3%. Все остальное – это передвижение, пролеживание. Пока я не буду никак комментировать, ни положительно, ни отрицательно. Динамика есть, но оценку дает горожанин, а не губернатор вашей работе. Она пока сугубо негативная. Дмитрий Овсянников потребовал к концу года ужесточить сроки предоставления документов и представить отчет о достижении всех целевых показателей и соблюдении сроков работы с документами граждан.